Мій дім – моя фортеця. Але що відбувається по той бік цього муру за стінами цієї фортеці? Чи всі в тому домі відчувають себе захищеними, спокійними і люблячими? Вітаю глядачів на телеканалі ITV. Сьогодні ми продовжуємо цикл програм «Поради психолога» з Оксаною Кличко-Макаренко. Оксана сьогодні в студії, практикуючий медичний психолог. Оксано, я тебе вітаю традиційно. І наші глядачі вже зрозуміли, що сьогодні ми говоримо про тему фізичного і психологічного насильства у родині. Ну, я прочитала в інтернеті, що вперше це визначення поняття насильства в сім'ї, в домі, було дане ще аж у 1973 році. На сьогодні ми вже знаємо значно більше про цю проблему, яка існує, власне, в усіх народів, у всіх країнах світу. Що взагалі от це означає психологічне і фізичне насильство? На самом деле имеется большее количество видов насилия. То есть мы выделяем психологическое, физическое, экономическое, сексуальное насилие. Вот. Чаще всего мы сталкиваемся, конечно, с физическим насилием, об этом больше говорят, по одной простой причине, потому что оно просто ярче проявлено, его можно увидеть, да, его можно зафиксировать, его можно доказать, потому что оно оставляет следы. Психологическое насилие просто обычно не замечают, либо люди не понимают, что они находятся в состоянии психологического насилия в семье, да, то есть они больше склонны оправдывать какие-то вещи, оно легче забывается или считается как норма, допустим, в каких-то культурах, вот как вы сказали, да, это в принципе считается как, ну, такая постоянная практика, и наши родители так жили, условно говоря, и мы так живем, а что тут такого, ну, вот как-то обесценивается, да, в принципе, этот момент психологического насилия. Хотя, если мы говорим о степени травматизации, то, пожалуй, психологическое насилие, оно имеет более травматизирующий эффект, и выходить из этого состояния, как правило, бывает значительно сложнее. Душевні травми непомітні, але значно сильніше можуть впливати, да, навіть до самогубства, наскільки я знаю. Доведение до самоубийства, то есть или создание таких условий жизни человека, когда он просто не может как бы в этом состоянии существовать, и вырваться из этого состояния значительно сложнее. И семьи такие разрушаются значительно реже, да, вот в которых именно психологическое насилие по большей части практикуется. Потому что если мы говорим там про разные виды психологического насилия, вот мы будем еще об этом говорить дальше, то есть такой вид насилия, как газлайтинг. Это когда человека осознанно доводят до состояния как бы сумасшествие, точнее, ему внушают мысль, что ты нездоров, с тобой что-то не так. То есть это у тебя проблема в голове, все на самом деле прекрасно. То есть это тебе кажется, это ты не так думаешь, это ты в своих подозрениях, это ты в своей паранойи, это тебе надо лечиться там и так далее. Вот. И всячески создаются условия, подстраиваются ситуации таким образом, чтобы человек подумал, что ну да, да, наверное, действительно со мной что-то не так. Поэтому, естественно, такой человек теряет какую-то самостоятельность, он теряет веру в себя, и, конечно же, он редко когда может вырваться из этого воздействия манипулятора и абьюзера, с которым вынужден находиться, вынужден жить. А як от розпізнати, що це не просто от, ну, не просто там пара образливих слів, а що це дійсно от таке систематичний оцей тиск з метою от, ну, принизити до, як до рівня плінтуса, як зараз говорять. Тобто якісь є ознаки, ну, чіткі, що це саме от, ну, не випадковість, а систематичність. Ну, якщо ми говоримо о конкретно психологічному насилі, то є определенний как бы, набор факторів, на які потрібно звертати увагу. Тому що, ну, якщо говорити по окремості о кожному факторі, то він може не нести в себе якогось такого дійсно злобного, агресивного впливу. Це може бути якась ситуативна річ, просто зараз, в даний момент проявлена. Ну, якщо ми говоримо о якомусь комплексі, то ну, комплекс обычно включає в себе целый ряд таких показателей, то есть, например, это часто ограничение свободы собственной, то есть самопроявление какого-то. Когда человеку постоянно говорится о том, что ты недостаточно умен, ты там, не являешься специалистом в каком-то вопросе, ты не имеешь права принимать решения самостоятельно, в принципе, то есть ты всегда совсем должен советоваться, ты должен всегда ставить меня в, ну, предупреждать, заранее предусматривать мои реакции какие-то, в первую очередь думать обо мне. Ну, вот знаете, как мама часто, ты часто детям...
часто детям, да, да. А ты подумал, как это отразится на родителях, да? Вот, ну, вот это является элементом психологического насилия. То есть когда мы ответственность за свои эмоции, да, какие-то перекладываем на другого человека и вынуждаем его постоянно как бы прислушиваться и соглашаться с нашим мнением, и никакой самостоятельности не разрешаем ему проявлять, да? Ну, опять-таки, вот перекладывание ответственности за свои чувства и эмоции. То есть когда говорится, что... Вот эту агрессию в твой адрес вызвал ты сам. То есть это ты виноват. Когда абьюзер говорит о том, что ну, касаемо второго человека, но он же знал, на какие вещи я реагирую. Значит, он не должен был это делать. Да? И этот список вот вещей, которые тот второй не должен делать, он часто бывает бесконечен или он бывает непоследователен. Экономический контроль. Когда жертву ставят в вынужденное положение, очень часто... Ну вот если мы говорим про абьюзеров именно конкретно мужчин, да, они, вот это требование про то, чтобы жена не работала, а сидела дома, и тогда она как бы находится в постоянном, да, в постоянной зависимости от него, и он может этот момент контролировать. Сегодня я тебе дам денег, знаете, как родители тоже, вот сегодня я тебе дам карманные деньги, а завтра я тебе не дам карманные деньги, потому что ты себя плохо вел. Сегодня Дед Мороз тебе принес подарок в этом году, потому что ты был хорошим мальчиком, а в следующем году, ну там, условно говоря, ты родителей не слушался. Да. Да, то есть можно таким образом тоже влиять на человека, можно контролировать его расходы и говорить о том, что а зачем тебе такое количество денег, купи прокладки подешевле. Ну вот как-то так. То есть или зачем тебе такое количество колготок, вон, люди там носят их годами, вот, а ты, значит, одела и порвала. Ты вообще думаешь, эти деньги не из воздуха берутся, ну вообще я их зарабатываю. Ну и вот эти вот все такие моменты. Да, то есть это именно, опять-таки идет какое-то обесценивание про то, что ну вот я что-то делаю, ты не делаешь. Ты никто, ты на моем попечении. Ты на моем попечении, я деньги в дом приношу, я имею право командовать. Вот. А ты, соответственно, ты ничего не делаешь, ты не зарабатываешь, ты обязан или обязана подчиняться. Вот. Ну, а от коли ми почали, ну, взагалі-то от у нашій ментальності не виносити ссори з ізби, да? Те, що відбувається в сім'ї, от не можна там десь говорити про це з подругами, от ми колись говорили, що не треба виносити на загал. Але в той же час, коли от ми зараз почали останні роки, ну, років 2-3, може більше, ми стали більше говорити на цю тему, і жінки відкрито говорять там про насилля в сім'ї. Але в той же час ми побачили такий і гендерну ознаку. Тобто не тільки жінка може бути жертвою, да? А і чоловіки, як виявляється. Це дійсно так? Це дійсно так. Вот, кстати, вот про гендер это тоже такой момент манипуляции и давления, когда начинают рассказывать о том, что все мужчины должны, все женщины должны видеть себя так, как, вот, как должен. На самом деле, очень часто в работе сталкиваюсь и с тем, что женщина является, ну и в работе, и в жизни, видим, что женщина является абьюзером, манипулятором. Просто сложность заключается в том, что женщина скорее обратится за помощью, а мужчине стыдно находиться. Ну, он находится в этом состоянии, но ему стыдно об этом признаться, стыдно об этом рассказать. Потому что, так взагалі стається, що слабша половина нібито, да, може от таким чином пригноблювати чоловіка? Ну, опять-таки, это такой гендерный стереотип на предмет того, что женщина слабее мужчины. Ну, то есть есть вещи, в которых мы слабее, понятное дело, потом чисто физические моменты имеют место быть, но женщины просто как раз чаще склонны использовать не физическое насилие, морально, а как раз психологическое. И вот тот вот самый пилёж мозга – это вот как раз про это. То есть очень часто женщины, к сожалению, применяют эти методы, они знают, что, ну, как бы… Опять-таки, вот эти вот гендерные установки, они ограничивают, говорят о том, что вот женщину нельзя ударить, да, то есть физически по отношению к ней насилие применить нельзя, зато психологически, пожалуйста, сколько угодно. Этого же не видно, и это нормально считается. То есть и уничижают мужчину, и обесценивают, и говорят о том, что не мужик, и говорят о том, что, ну, там, ты вообще по жизни должен, потому что я мать, я жена, там, или еще что-то, вот, и теперь ты просто обязан по умолчанию.
И очень много этих моментов и про экономические ограничения, когда жена полностью контролирует как бы весь бюджет и, условно говоря, вот так вот же выдает на карманные расходы. И когда жена рассказывает о том, что у тебя все друзья козлы и вообще там алкоголики там, и прочее, прочее, ты не должен с ними общаться. Вот. И когда жена мониторит телефоны, там, компьютерные переписки и на работе бегает и вычисляет всех бывших, будущих, потенциальных там, и так далее. То есть это постоянный какой-то контроль. Это очень заметно, когда вот еще в начале отношений женщина сразу со старта начинает продавливать тему на предмет того, что мы обязательно должны пожениться, когда женщина начинает привязывать мужчину ребенком для того, чтобы опять получить вот эти вот ну, как бы рычаги влияния на него, да, а дальше он уже никуда не денется, не убежит, ну вот какая-то такая установка. То есть, так женки також. И это массово, и это действительно в таком большом количестве, и очень большое количество мужчин соглашается на вот такие отношения, они в них молча страдают, пребывая в них годами. И вообще это такая интересная вещь вот, про насилие, то, что обычные такие комфортные, понимающие пары, они распадаются почему-то значительно чаще, чем семьи, в которых есть насилие. То есть насилие является именно как такой своего рода сдерживающий момент. Цементирующий фактор. Цементирующий фактор. Ну, в этом есть как бы психологическая своя основа, которая заключается в том, что люди, которые находятся в этих отношениях, мы уже говорили там, в наших предыдущих передачах, да, это взаимозависимые отношения, и по большому счету и жертва, и абьюзер – это люди, которые когда-то в прошлом, у них был пережит ими какой-то травматический опыт, очень часто это именно в детстве, тема какого-то физического, да, или того же психологического насилия в семье. И мы говорили о том, что ребенок, он не может повлиять на ситуацию, он является заложником этой ситуации. Соответственно, он вырабатывает какие-то адаптивные механизмы для того, чтобы как-то с этим жить. И дальше, ну то есть вот реакция ребенка, когда вот что-то такое вопиющее происходит в семье, естественно, идут определенные эмоции, идет страх, да, и идет вот это вот чувство беспомощности, идет какая-то злость. Агрессия, которую он не может проявить вовне, потому что это является недопустимым. И дальше идет расщепление. Как бы. С одной стороны, человек может занимать вот эту абьюзивную позицию, то есть у него как компенсация, да, вот этих, он закрывает в себе вот это вот чувство страха, чувство беспомощности. И он не хочет себя чувствовать в этом, он пытается от этого уйти, потому что это очень сложно, это невыносимо практически находиться в этих постоянных эмоциях. Вот. И он пытается перекрывать их чем-то другим. То есть, допустим, ребенок может принять для себя установку, что для того, чтобы самому не оказаться жертвой, нужно быть вот этим вот более сильным. И начинается вот такой постоянный, знаете, мониторинг на предмет того, а кто хочет меня обидеть. И если кто-то хотя бы где-то там краешком там, косо посмотрел, что-то не так сказал, вот с чего выставляются вот эта вот куча условий, потому что это постоянный вот этот мониторинг, а есть ли кто-то потенциально опасный для меня в окружении, и я должен сработать на опережение. То есть я лучше сначала сам ударю, а потом буду разбираться, что там происходило. Это вот, знаете, по принципу, если мы просто стоим и смотрим на толпу людей, то ну, мы просто наблюдатели, да, мы достаточно спокойны внутренне, у нас нет этого постоянного чувства опасности и тревоги. И с другой, есть совсем другое состояние, когда у нас стоит задача там, найти там, преступника, да, каким-то образом выделить среди всех этих людей какого-то преступника. И тут включаются вот это вот охранные такие защитные механизмы, которые заставляют нас быть излишне подозрительным, и мы очень придирчиво и внимательно смотрим на всех, и рано или поздно мы находим какие-то признаки, которые, нам кажется, могут потенциально свидетельствовать о том, что этот человек может нас, ну, нам каким-то образом навредить. И здесь таким образом. То есть абьюзер, он действует через контроль. Ему очень важно контролировать свою жертву, потому что он таким образом может, ну, как бы
снижать это чувство собственной тревоги, если я контролирую ситуацию, mm-hmm. если я устанавливаю правила, то тогда я могу предвосхищать события. Если мы говорим про вот травматический опыт, это часто опыт какой-то брошенности, отвергнутости, то есть если я контролирую, то я, значит, знаю, что я не буду брошен. И, ну и контроль, вот то, о чем мы говорим. То есть это контроль над іншою людиною, да. Значно важливіший, ніж контроль над собою, да? Ну, я для себя сам предсказуем, угу. а другой человек для меня непредсказуем. И когда я нахожу какие-то действительно значимые, ценные для себя отношения, я пытаюсь их удержать, причем удержать, ну, действуя на опережение, заведомо. Еще ничего не произошло, еще нет никаких признаков, но у меня в голове вот есть вот эта установка, что все равно меня рано или поздно бросят, потому что я недостаточно хорош, потому что когда-то в прошлом у меня был опыт, когда меня бросили, когда от меня отказались. И это было настолько болезненно, настолько тяжело, что сейчас я буду зубами, когтями, чем угодно держать, да, и вот этого человека. Ну, і, мабуть, це пояснює ту ситуацію, що домашні насильники на роботі, наприклад, цілком нормальні люди, да? А тільки вдома вони проявляють от, до близької людини. Ну, дело в том, що такі якості. Ми ж говорили про маски, да, наші, угу. Про те, що ми в різних ситуаціях з різними людьми, різні ролі, ми граємо по-разному. І да, і часто є ж вот этот вот цикл передачі насилия, да? То есть тот человек, который где-то может быть угнетаем, находит кого-то более, условно говоря, слабого или того, кто хочет быть слабым, соглашается быть слабым, ну, быть в этой роли, в принципе, да? И вот это накопленное чувство там уязвленного самолюбия, какой-то несправедливости, да, вот он выливает на этого другого человека, потому что с ним это допустимо. И в то же время этого человека нужно постоянно каким-то образом контролить, ограничивать и прочее, прочее, потому что есть это, опять-таки, состояние внутренней убежденности, что меня такого, как я есть, любить не за что. И мне нужно, что он понимает, что он человека удерживает силой, и пока он его держит, пока он применяет вот эти вот, да, вот усилия, прикладывает, вот пока этот человек будет с ним, как только его отпустить, дать ему свободу, этот человек быстренько убежит. А що, якщо жертва якимось чином все-таки, ну, приймає для себе рішення, що я не можу далі бути жертвою, да, якимось чином вона може вийти з-під цього тиску? У жертви другой механізм адаптації просто. Тобто емоції ровно ті ж самі, це чувство безпомощності, це вот тот же страх, це та ж сама боль, це, ну, вот ровно все то же самое, которое ми перекриваємо тим, що, значит, ми починаємо искать причини в себе, почему жертва, да? Потому что, во-первых, это... Тобто моя самооцінка починає залежати від того, як... Що я бачу, що людина ставиться до мене з таким от ставленням, тобто моя самооцінка падає. Я дійсно ніхто і ніщо. Ну, немножечко не так. Тут у нас теж комплекс определенных емоцій. Значит, есть это чувство страха угу. остаться одной или одному, вот, что больше никто, я никому буду не нужен, то есть это по умолчанию вот это вот, заниженная самооценка, она как бы уже по умолчанию стоит, да? И это очень детская такая вообще на самом деле позиция. То есть одно дело, когда ребенок остается один, потому что там родители mm-hmm. отказываются с ним общаться или оставляют его дома, и это, ну, и уходит куда-то, да, то есть и это потенциально опасно для жизни ребенка, понятное дело, потому что ребенок – существо абсолютно зависимое. А взрослый человек может встать и уйти. Но вот эта вот детская модель поведения, она настолько как бы сильна и неосознаваема, что она включается по умолчанию, и человек входит в эту детскую роль. И вот очень часто такие клиентки приходят и говорят о том, что если он уйдет, я без него умру, там, и так далее. Вот это вот абсолютно зависимая такая вот прогинающаяся позиция, да, вот все. То есть если не будет этого человека, а как же, а что же я? Второй момент – это то, что наоборот мы чувствуем себя героями в этой ситуации. То есть входим в позицию абьюзера, говорим о том, что, ну вот, у него в семье или у нее в семье так было угу. устроено. Вот, допустим, про женщин говорят, там у них была сильная мама в семье, она там всем руководила, у них папа там тоже подкаблучник, и она ж такая же, потому что, ну как же, она ж иначе ж не могла, она ж другой модели не видела, а что ж делать, приходится соглашаться. Или, ну, мужская модель ровно то же самое, да. Або вот. Говорить, это мой крест, да? Это мой крест.
Или я его вылечу любовью, вот у меня обязательно получится, просто его нужно больше или ее нужно больше понимать, холить, лелеять, предугадывать ее желание, вот тогда обязательно она или он поймут, как они плохо по отношению ко мне поступают и начнут вести себя иначе. Это миф, это не случится ровно никогда. То есть для того, чтобы абьюзер изменился, он должен захотеть этого сам. Он может захотеть этого сам только в одной ситуации, когда он поймет, что та модель, которую он применяет, она неэффективна. То есть либо человек перестает получать то, что он хочет, либо он постоянно сталкивается с тем, что все отношения, в которые он входит, рано или поздно, они разрушаются, и у него возникает мысль, а, наверное, в этом есть какая-то моя роль тоже. Но обычно вот у людей, у которых именно такая доминирующая модель поведения, она сводится к тому, что человек склонен обвинять всех вокруг в том, что с ним происходит, но не себя самого. Поэтому вот дойти до вот этой точки осознанности, а, наверное, я что-то делаю не так, а может быть, мне тоже нужно измениться, а не только изменить вокруг себя всех. Вот. Но это достаточно долгий путь. Вот жертва как раз чаще склонна принимать на себя вот эту вот ответственность за то, что происходит. А вот если я там буду танцевать, не поворачивая ножку не в правую сторону, а в левую, то, ну, конечно же, вот, что-то обязательно изменится, и он что-то поймет. Да? И когда мы... Почему это еще происходит? Потому что нам очень важно тоже чувствовать контроль над ситуацией. Мы не можем себя принимать как беззащитное абсолютно существо, такое подавленное. То есть внутреннее вот состояние противоречия, оно все равно как-то встает на дыбы и говорит о том, что нет, ну ты ж, ну, возьми себя в руки, ты ж не тряпка. А давай ты попробуешь что-то с этим все-таки сделать. Да? И вот жертва всячески пытается аж угодить. Есть еще один момент. Очень часто в семьях мы сталкиваемся с ситуацией, когда абьюзивные отношения, они абсолютно взаимны. То есть, когда женщина активно применяет вот момент психологического насилия, то есть она его доводит прям, то есть мужчина уже прячется, убегает в гараж, она его догоняет в гараже и все равно продолжает ему высказывать, потому что у нее накопилось, она еще сказала не все. Да, вот серии там, он ее по всем социальным сетям заблочил, она посылает письма беговыми черепахами для того, чтобы он все-таки ее услышал, да, вот, ну вот как-то так. Вот, а мужчина, ну, соответственно, активно применяет физическое насилие. И они, хотя может и психологическое тоже. То есть, ну, тут зависит уже так как от уровня модели, которая была вложена ранее, уровня допуска самого мужчины. Вот. Поэтому они могут чудесным образом обмениваться комплиментами в разных ситуациях. Угу. Они могут идти вот паровозиком, то есть там один запускает процесс, второй его заканчивает. Вот. И все жертвы при этом, и все замечательно, эмоции мы выплеснули на другого человека, да, вот сами себя чувствуем жертвами обиженными, разошлись по комнатам, подулись, потом сошлись, и люди так живут годами. А дети являются у нас примирителем, то есть они там могут не общаться друг с другом там месяцами, а дети ходят между ними, как зависимые существа, и передают сообщения, значит, такие смс-ки. Ну, вот такая у нас ситуация. Неадекватная вот эта вот ревность, постоянные там, ну, поиски других людей на стороне, на которых можно переложить ответственность за те проблемы, которые на самом деле в вашей семье происходят. Создание всевозможных треугольников, опять-таки, для того, чтобы на кого-то переключить это все, или это опять-таки как способ манипуляции партнером. Ну, то есть тебе не нравится, ты не хочешь быть таким, как я хочу, как я тебя ожидаю. Ну, окей, я пойду туда, там меня принимают таким, как я есть. Тут сразу кто-то начинает танцевать и пытается, значит, ножку повернуть в правильную сторону. Ну, то есть вот жизнь интересна. Життя цікаве. Гордіїв вузол, да, який треба якось розрубувати. Що можна зробити в таких ситуаціях, коли люди усвідомили, що така ситуація у них є? Хочу вам сказати, що чаще пытаються вийти все-таки з ситуації жертви, хоча позиція жертви буває також іноді вигідна. Вот, но все-таки доведенными, да, до точки стоп чаще бывают жертвы и обращаются в консультацию именно они. Но бывают ситуации, когда в консультацию обращаются и абьюзеры тоже, и мужчины, и женщины. Женщины чаще, мужчины реже. То есть и когда возникает вот это вот понимание, что со мной что-то не так, я устал или устала находиться в этом состоянии постоянного страха,
что меня бросят, да, и я хочу что-то изменить и постоянно не сталкиваться, во-первых, с этим потенциальной травмой, которую я сам себе нафантазировал, и потом, как следствие, с реальной травмой, когда от меня действительно уходят или меня бросают, или мне приходится постоянно удерживать, и это тяжело, это ведь тоже труд, на самом деле, большой. Или когда человек понимает вот эту цикличность и, скажем, то, что мы передаем, да, вот насилие порождает насилие, страх передать ровно тот же механизм своим детям, вот это очень часто бывает таким стимулом. Бывает, что приходят в консультацию оба, и пара, ну, пара и насильник, и жертва, вот, но весь цинус в том, что если сама жертва пытается вылечить абьюзера, то у нее ничего не получится. То есть тут нужно включение именно третьего человека, часто это психолог, который как бы является рефери и который вот помогает выйти, да, из этого цикла, помогает обоим партнерам показать, где вот происходит вот этот запускающий процесс, да, и почему это происходит, и дать альтернативные какие-то способы реагирования и воздействия в решении каких-то вопросов, там, конфликтных ситуаций. Это очень долгий процесс, то есть зачастую такая терапия занимает год и больше, который в процессе терапии часто люди возвращаются назад вот в прежнюю модель, то есть происходит такой откат, потом идут, значит, опять по пути выздоровления и настраивания отношений. И да, люди могут выйти из этой модели, как из жертвенной, так и абьюзивной, через осознанность, через понимание того, что происходит, через постоянный самоконтроль, через умение справляться со своими эмоциями, справляться другими способами. Они есть через понимание вообще, что является запускающим механизмом всей этой реакции, да, с работой со своими страхами и прочим. То есть вылечиться можно, если ты понимаешь вообще, что с тобой происходит и в какой точке ты находишься. Ще раз дякую, Оксано, за нашу розмову. Наступного тижня ми продовжуємо і дякуємо вам за увагу.